Если раньше на вопрос, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, дети отвечали врачом, полицейским или пожарным, то сейчас они гордо отвечают – телезвездой, ведущим или даже блогером. Без умения вести себя перед камерой, задавать четкие и правильные вопросы, в медиа-среде делать нечего. Но, как и любые другие навыки, эти можно развить и начинать лучше в детстве. Именно поэтому телеканал «Универ ТВ» организовал телевизионную школу для детей «Телезвезда». Образовательная программа для детей, школьников, которые хотели бы приобщиться к телевизионному мастерству. Очевидно, что за месяц, конечно, не стать телезвездой, это понятно. И изначально в программе это было написано так, как мастерство телеведущего – начальный уровень. Задачей школы стало научить ребят не бояться камеры, понять суть телевидения, но никак не сделать из них звезд федеральных каналов всего за один месяц. И это как бы прикладной курс, он и предполагал изначально именно это. За месяц это невозможно из теории связать. И мы, собственно говоря, и не ставил никто своей задачи сделать из них каких-то корреспондентов, каких-то ведущих авторских программ, об этом речи вообще нет. Речь идет о том, чтобы дети просто поняли, что такое камера, как себя там держать, как можно говорить, какие интонации, какие что-то применить и посмотреть на себя еще со стороны, глазами себя и глазами родителей. Я думаю, что это удалось. Перед тем, как получить заветный сертификат, участники «Телезвезды» сделали свою собственную передачу «Калейдоскоп», которая в скором времени выйдет в эфир «Универ ТВ». Олег Кашин, Леонард Влетьяров, Универньюз.